поговорил о важном с учащимися первого курса Омского института водного транспорта, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и в Приднестровье, сотрудник Центра патриотического воспитания молодежи Анатолий Полежаев. Цикл лекций об истории нашей страны приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Ребятам это интересно, им необходимо это знать. Сразу чувствуется в глазах огонек, задор, что ребятам не безразлично прошлое нашей страны. Ребята должны осознавать, что у них великие потомки, народ-победитель, народ-освободитель, народ-герой. В рамках лекции спикер подчеркнул, что наш народ трижды спасал цивилизацию. Остановил татаро-монгольское нашествие, Наполеона, а затем и Гитлера. Особое внимание он уделил афганской войне и чеченской кампании. Курсанты не только с интересом слушали, но и участвовали в разговоре, смотрели видеоролики. Мне очень понравилось. Я узнал некоторые моменты, о которых во время учебы в средней школе не подозревал, либо просто нам не донесли эту информацию. Мне понравилось, как все рассказывали. Всего в рамках акции «Разговор о важном» у Анатолия Полежаева запланировано 8 встреч со студентами омских средних и высших учебных заведений.